А ще очі не дрімали.
бардовская песня. Все барды ее всегда поют. На всех сиделках. И не только барды. По-моему, все здесь сидящие всегда эту песню поют. Как здорово. Целый день она на ращи.
такие перья, улетела прямо в крылья, бросилась ковылья, что глаза мои на свете больше не глядели. Петухи на пути эти больше мне галдели. Очень трудно жить, Марусе, в городе. За селёдку. Я думаю, что Рождество в этом доме проходит не менее радостно, чем Масленица. Посему мы такой за одним числом будем. Так крутит ветер фонари. Стихи Александра Башлачева, а музыка Виталия Харрисона. Важно тоже из Казани. Крутит ветер фонари на реке Фонтанке, спите, дети, до зари, с вами добрый ангел, начинает колдовство домовой. Восходящего солнца.
хорошо, это только десант, так сказать. У нас только выступающих, ну, не обязательно поющих, кто-то читает стихи, играет роли, 25 человек. Не считая активных зрителей, которые, как я вам говорила, мы без них никуда. Мы не выезжаем без них ни на фестивали, ни на концерты. Они нам очень помогают во всем. Итак, последняя поэма. Музыка Алексея Рыбникова, а слова Рабиндраната Тагора. Ветер ли старое имя развеет? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сон, берег огненный, друг мой, прощай. Знаю, когда его голову, только голову завтра.
Всех, во-первых, воскресенье, во-вторых, прощенное воскресенье, во-вторых, второй день весны, это можно, каждый день весны это праздник, Масленица, подготовка к великому событию в жизни христиан православных, это великом посту, это испытание действительно, но главный праздник, смотрим на кошка, так вот, по божественному провидению. День рождения у Алексея Михайловича. Да, поздравляем его. И вот эта фотография, которую я вам вижу, она в точности говорит о его характере. В дорогу открыт всему миру человек мира. И мы бы хотели, вот сегодня умница послушали, всего два произведения, чтобы они знали, что есть у нас банды, которые никогда не выступают на фестивалях, они представляют лучшую фермерскую семью области. Они из нашей деревни всегда прячутся. Галя Сергея Седневой. И вот они дарят два своих произведения. Тоже Алексею и вам. Вы... Спасибо. Да, да, присаживайтесь. Вот это люди, которые, в общем-то, Сергей не слезает из-за трактора практически никогда. Но вот в перерывах пишет песни, музыку. Сейчас он встает. Алексей, сегодня...